Всем привет! Я начинаю новую съемку. Он продолжает, да? Да. Сегодня мы с MC Лолкой поиграем на сервере. Как он называется? Херо знает. Короче, в Майнкрафт поиграем, все. Да, вдвоем, да, окей. Я уже скрафтил себе кирку. Сейчас буду крафтить меч. Тебе скрафтить меч? Где ты лазишь? Иди на то место, где мы... Это. А я неподалеку от него, я тебе уже меч скрафтил. Зачем? Я тут лагерь разбиваю. А у меня лагов нет. Хотя не, у меня есть лагерь. У меня 7 FPS. Я, короче, уже пошел. Беги сюда, этот лагерь разбил. Я рублю уголь. Какой уголь? Да, я рукой рублю уголь. Я в зате. Да? Ладно. А, кирка. Сундук. И что? Сундук защищен магией. Я сделал меч. Я уже не надо делать, я его тебе сделал. Ну, будет у тебя, значит, еще. Он мне не нужен. Все, где ты? Где ты вообще? Я в зате стою, блин. О, меч. Так, я себе сейчас еще. Блин. Тут. Ну, в принципе, все. Лагерек. Ты умеешь сундуки добавлять? А, нет. Сделай свой сундук просто. Окей. А, короче, мышь, короче. А, короче, мышь, короче. Да. Ну, короче, блин. Мы сейчас просто сделаем домик, а бадом, потом бадом, пофиг. Будем увеличивать его, сделаем домик под землей наверху. Короче, большой-большой-большой домик. Вот такой мы сделаем, да? Да. А, я упал, я упал. Я буду крафтить печки. Так, вот у нас будет выход тут. Вот. Или нет? Или да? Вот, да. Ай! Подумка. Вот. Нет. И наша цель на этом сервере всех убить, да, вот так. Всех пократь. Только мы это не сможем никогда. Блин. Все, так вот, у нас лагерь. Конечно же, мы будем с кем-нибудь пвпшиться, это по-любому, да? Да? Но я не знаю. Я когда добуду себе хотя бы железный шмот, мне будет на все похер, я пойду всех убивать подряд. Я, короче, пошел шахту. Без. Я тут наш дом достроил, что это такое? Это коробка с дырками. Кстати, я уже не делаю, я раньше помню, когда делал еще коробки, я делал просто коробки, но сейчас я уже... Делаю просто коробки. Не, у меня сейчас уже новый уровень интерьера, я делаю коробки с дырками, понимаешь? О, красава! Да. Это ж коробки с... А, уголь есть? У нас уголь есть? Уголь в сундуке у меня, блин, это плохо, что ты его не можешь... О, сейчас я тут еще буду копать уголь. Ладно, я сделал пока... А, нет, булыжника не хватает. В этой серии я буду играть без текстур, но следующей я буду уже с текстурами. А может и нет. Можете вообще Optifine установить. Так, блин, мне нужна эта. А, вот уголь, я нашел уголь. Так, я надеюсь, сейчас я не упаду. Нет, я тоже так. Так. Ай! Блин, чуть не упала, я обосрался. Так, ладно, бежим в наше убежище. Вот оно. Так, сделаем факелки. Факелки, тю-тю-тю-тю-тю-тю. Вот так вот. Ты наш дом не пропустишь, он будет светиться. Вот так. Блин, не надо нам поставить сетхом. Ладно, уже поздно. Точно нет. Или тут нет такой команды, или есть. А я знаю. Вау, тут кто-то рыл шахту, я пошел к нему в шахту, и тут уголь, да. и тут уголь, и тут уголь. И факела. Факела. А, вот, дом установлен. Все, отлично. Ты не поверишь, что я нашел. Почку? Воду! Ну, почти то же самое. Блин, мне надо яркость поставить на максимальную. А ты в пещере что-то где-то, да? А так у меня стоит и на яркой, ну ладно. Да, я в пещере. Не. Блин, я не знаю, куда поставить мне факел. А, я придумал. Ты везучий, у тебя факела есть, а я мне тут все глазам темно. Я, наверное, сейчас... О, я железо нашел, прикинь.
Копал второй этаж. Ой, я походу внизу тоже железо наоборот. Да, я железо нашел. А мне нужно сделать хотя бы эту каменную кирку, чтобы добыть. Все, у меня уже два железа, мне пока что на меч хватает. Так, блин, тут очень темно. О, вот еще уголь. Нам уголь понадобится. Да, угля нужно много. Ура! Железка! О, кратца! Нет, тут даже 4 штуки. О, еще железо! Капец, мне тут до хрена железа, нам хватит на несколько кирок. Сколько тебе сейчас железа? У меня 6. У меня 8. Ну и все. Блин! Надо срубить. Я на паузу. Почему? Я, короче, на паузу. Мы продолжаем. Да, поехали. Я, ну, кстати, твой ник вижу, ты глубоко-глубоко в шахте где-то, да? Я еще, ну, я на... Как у меня уровни? Я на 31-м. Нормально. Я уже копаю железо, у меня уже... Где мы... Я скопал только что железо. Почему? Где мой железо? Я скопал простой булыжник и подумал, что это железо. Класс. Красава. Ладно, еще я тп к тебе. Подожди. Я там в подвале сделал свою комнатку. Туда не заходи, там отличная комната отдыха будет. Вот так вот, бугага. Не знаю. Так, ты уже телепортируешься, а? Я не знаю, как твой ник пишется. Так, как там? МС Лавочка. Все вижу. Да. Все. Все, ой. Так, все, так. Вон там моя комнатка, я из нее что-нибудь хорошее сделаю. Я пока буду плавить железко, наша милая железка. Мне надо, короче, пожрать. О, да, ты секси. Пошел вон. Ты что все выгоняешь? Я тоже буду свою комнатку делать. Ай-яй-яй-яй, куда тут двери должны быть? Тут будут двери, вот тут будут двери. Вот тут будут двери. Где я ставлю двери? Я тебе помогу вот так сделать. Только я не хочу себе дом, где нельзя прыгать. Блин! Тут, короче, да. Тут, короче, фейл. Ты знаешь, что нам это все надо будет приватить? Нет, не надо будет. Там же никого нет. Вот, смотри, вот сюда надо. Ну да. Поставлю все. И я доволен. У меня такая большая комната. Почти что в один блок. Пам. 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 Ля. Так, ладно, понимаю. Да, только же никого не было. Тут я каменчик поставлю, буду греться, буду спать. Там ладно. Не знаю, что нужно поставить. Все, я больше сюда не вылезу, меня тут никто не достанет. Я могу тебя туда атаковать. Надо. И прятаться. Кстати, нужно тут еще что-нибудь сделать. Ты там копай? Я только мои двери, главное, не трогай. Мои двери святые. Может быть. Может быть. Да. Блин, подожди, у меня сейчас такая проблемка опять с баньником. Я надо, блин, сколько я записываю, не в курсе, потому что я поставил на большие окна, как на Far Cry, только, блин. Какие большие? Ну, короче, там есть штучка, там окна, типа вот настройка расширения, где показывается время, а есть просто где в углу, как в фрапсе показывают FPS, и все, да. Вот так. Я случайно поставил это, когда я снимал Far Cry, но он не лагал. Ясненько. Как ты свою дверь заприватил? Уйди с моей двери. Моя дверь, мои правила, все. Как ты заприватил? Я тоже хочу. Так. О, я придумал, как делать красоту. Сейчас все будет красиво. Ну, правда, как только я... Да. О, железка! Прям под нашим домом. Вообще ништяк. Ну, правда, как только я делаю лук и зачарую его на огненные стрелы, это все спалю, конечно. Что мне сейчас? А стрелы вроде бы не палят и не палят. А, ну, значит, просто зажигалку сделаю, все спалю. А зачем? У меня вопрос. Не знаю. Ну окей. Так, пойду еще пару деревьев срублю, чтобы до печи. Зачем я сделал 8 ступенек? А я хотел сделать 4 ступеньки, но сделал 8.
А, ну, курица, гиба, курица. Человек. Еда, 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 еда. Все, у меня есть еда. Сейчас, короче, у меня будет железный кирка, да? Будет у меня, да? Да? Нет? А почему нет? А почему да? Да уж, я так криво поставил дверь. Тюк, да уж. Тюк. О, теперь можно вот так вот сделать. Бац. Тупой. Мне теперь это все надо рушить, господи. Во, вот это красота. Не, стоп. Вот так еще сделаем. Короче, пофигу. В этой серии мы сделаем дом и... И все. Ну да. Вот так еще. Последний штрих. Все. Нет, блин, еще что гребаная земля. Все, шикарюга. Тогда нужно... Ай, откуда он? Шикарюга. Иди плавься. Шикарюга. Так, выкину. А, вот зачем нам... А, я упал. Вот зачем... Фак. Так. Я нам ступеньку сделал, чтобы подниматься быстрее. И это классно. Ура, у меня есть шлем, отлично. Шикос. У тебя есть шлем. Все, ты прошел Майнкрафт. Так, что он сделал? Ай-яй-яй, дай-ка просто меня пройти. Все, я все. Ладно, вот так. Фак. Вот это убрать надо было, а не то, блин. Нет, все, вот. Так, чем ты делаешь? Все, вот так. Да. У домик, ура, у меня есть собственный дом. Наверху у меня будет сундук для мелких вещей, а тут будет такой один для серьезных. Например, еду сюда кину. Так как-то у меня забыл. Так, у меня там еще железка есть? Есть. Ну, пока мне железка не нужна, в принципе, у меня есть кирка, у меня есть все такое. Поэтому, собственно, ничего пока что и не надо. А ты тут прописал сет хома, кстати? О, забыл. Спасибо, что напомнил. Сет хом. Так, нужно тут сделать шахту. Я придумал, как мы это сделаем. Мне, пожалуйста, не мешать, как только доделаю, скажу. Окей, я пока буду делать стекла. Делать стекла, хорошо. Так, главное, чтобы я сейчас не провалюсь. Ну, да. Ты далеко от микрофона. Как раз нашел. Тебя плохо слышно. Ты далеко от микрофона ушел, что ли? Нет, вот у меня микрофон тут. Меня уже хорошо слышишь. Вот так нормально. Так. Так. Кинь мне, у тебя есть доски? Доски кучу. Вот, кинь мне стак досок. Стак. У меня стака нет, у меня только 58. На тебе 58. Блин. На тебе, короче, 58 и одно железо в подарок. А зачем мне железо? Не кидай. А типа акция, покупаешь 58 и одно железо в подарок, понял? Это такая акция в моем. И а как делать лестницу? У меня вопрос, вот почему у нас это окно, мы что, будем смотреть в землю? Любоваться? У нас, короче, тут есть окно, в которое показывают землю. Значит, мы будем смотреть землю. Значит, это не модно. Значит, мы его закрываем. Что ты сделал? Я ничего не вижу. Что я сделал? Не знаю, но я ничего не вижу. Ладно, посмотрим в пакет. Ай, на верстак поставил лестничку. Нахрена ты меня закрыл? Я тебе закрыл, да? Да. Сейчас открою, подожди. Давай быстрее. Я чуть не упал. Ой-ой. Вы участвуете в акции Гравий. Да. Ой. Акция Гравий. Не кидай мне свой Гравий. Не Гравий, да, это я рыгаю. Не кидай, не вздумай. И стекла с чем-то кидаешь, всякую бредом не понакидал. У меня Майнкрафт завис, все, отвис. Мой отвисник. Свиток непривычно, я хочу все ровно, все красиво в моем инвентаре должно быть. Так, я же поставлю один сундук, у меня внимание, все обычные вещи кинуть через одну минуту. Я чуть не упал. Я, короче, пошел в шахту. Давай. Вау, классно. Все. Тут железо мое и стекла мои. И акция моя исчезла. Ты всего лишь чуть-чуть. Все, короче, давай уже заканчивать, что ли? Мы уже вроде... О, крипер! Нет, подожди, я хочу его завалить. Баттл!
Не лагает! Все, я живой. Ладно, на этом мы прощаемся. С вами был Мати Гоу и МС Лолка. Ой, МС Лолка. МС Лолка. Всем пока. Всем зомби! Да, всем бога. До следующей серии.